Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Макса. Аккаунт молодой, и самое, что меня удивило больше всего, что он донатный, 91 тысяча донатов, на нем уже есть, силы пока 25. Видимо, вот только где-то недавно начал. Так, что у нас вообще есть? Есть вот такой вот Бигфут с каменкой уже, вообще отличный вариант. Рино с каменкой тоже отлично. Финка с богом войны отлично. Ронин стойкость не особо. Хранитель каменка не айс. Шапка ракушка. Так, тыковка тут еще никакая. Видите, молодой, видно, что очень молодой аккаунт. Дед Мороз есть. Химка, варлок, дерево, гаргул, медуза. Блин, ну тут пятый берс. Я надеюсь, это просто так родилась она. Так, призрачный всадник, Фрэнки, Седна, капитан Дрейк. Так. Бигфут что-то не открыл. Ну и все вроде. Так, что у него по подземках вообще? Жестокое седьмое застрял. Или не дошел еще, потому что, ну, тут неким, в принципе, так особо доходить. Кьюшка, понятно. Так, что у нас здесь есть? Шапка, повторочка, сундуки. Сундучки Prime Rune. Неплохо. То есть можно использовать. Сундучки потом откроем. Так, ну что, нам надо куча героев. Ворожей, Фрея, очень много всего. Поехали. Ну и Ануби с собой неплохо. Так, ну что, поехали. 450. Так, студеные рыцари. Так, ну. Влад Дракула за 5к. Есть, повелитель бури. Отличненько. Ну, в принципе, очень-очень хороший вариант. Чем хороший, тем, что его можно будет использовать как в лабиринте, на арене, в PvP локациях. То есть ему будет он очень помогать на начальном аккаунте. Поздравляю с недостающим. Поехали дальше рылить. Так, ну-ка. Гаргул. Ну, гаргул у него есть, повторочка отлично будет. Так, 450, хранитель. Ну, уже неплохо. Гол дальше. 150. Не хватает слотов. Блин, что-то сегодня как-то так падает. Дед Мороз. Ну, такое себе. Триантик, повторочка. Еще 150 на склад. Еще один гаргул. Да ладно, вы издеваетесь. Просто троллят меня. Ну, повелитель бури, это уже отлично. На архидемона того же самого. Так, хранитель у него уже есть, даже со скином. Ну, как повторка, неплохо будет. Два гаргула. Дед Мороз. Дед Мороз тоже у него уже есть. Да. Ладно, поехали дальше. Да, ворожая надо. Что-то ворожая в последнее время падают очень хреново. Так, рандомчик. Ну. Медуза-укротитель. Ну, такое себе. Рыцарь. Еще один рыцарь. Да вы, блядь, издеваетесь. Ниндзя. Ниндзя. Душик. Душик. Драка с друид, блядь.
Афина еще одна. Ну, в принципе, я считаю, что нам на 28К сейчас нападало неплохо легенд. Но хотелось бы какого-то Гаргула, говорю, какого-то Анубиса получить, что ли. Сейчас мы собьем рендом. Не знаю, каким образом это действует, но мало ли. Так, ну, поехали дальше. И магазины, блядь, герои сыпят полным ходом. Ну, дай, дай, дай. Не дала. Вот так вот. Ну, в принципе, неплохо. Выбили мы хороших героев. КГшки, в принципе, ему сохранили. И Афинка есть. Но, блин, хотелось что-то такого. Даже не знаю, чего. Чего-то интересного. Хранитель. Медуза. Че, поехали. Трешанем. Откроем. Сет Prime Rune. Бог войны третий, уже неплохо. Prime Run. И психощит четвертый. Отличненько. Блин, ну тут, чтобы сейчас упал, конечно, психощит. Либо ремка, это вообще был бы огонь. Но тут, как видите, падает дохренище всякого дерьмища. Раз, два, три, ремка, приди. Ложный выпад. Ну, тоже, в принципе, неплохой сайтик. Но вот это, я думаю, поярче психощит четвертый. Сейчас намного проще и дешевле все собрать, чем это было раньше. Так, псих мы ему собрали. Так, 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 так. Войти. Ладно, давайте сделаем под конем. Посмотрим рандомчик. Хоть какие-то талантики. Так. Так, 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 так. Ну, награды я не буду забирать, думаю, он сам заберет. Так, недостаточно вместимости склада, окей. Добавили, добавили, еще раз добавили. Забрали. Поехали сюда. Так, 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 так. Войти. Блин, не туда залажу. Так, что там у нас добавилось? Две коробки, камень, да? И карта и огнекрыл. Открыть. Раз, два. 22 огнекрыла с обычных вообще. Плюс. Открыть. Малышник. Отлично. Отличненько. Поехали коробочки. Смертельный удар. Кому он, блин, нужен этот смертельный удар? Ну, это пипец какой-то. Так, ну, черепа не вижу. Поставим на химку на первое время. На архидемона, если будет кого-то бегать, то и то лучше, чем ярость небес. И берс. Вау, 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 отличненько. Так, тыковка, где его там тыковка? А единичка, единичка, тут ремка стоит. А вот эту тут поменяем, пусть там ремка стоит. Отличненько. С этим разобрались, ну, поехали дальше рылить. А дальше у нас надо выбить ворожея. Ну, что-то мне не нравится. Кинди сегодня вообще падает. Медуза. Ниндзя. И все, что ли? Бульдозер.
Магазинки сыпят только так. Седна. Ну, блин, неплохо падает. Но падают герои Бог Грома. В общем, вот так вот, ребят. Не знаю, не знаю, не знаю. Ну, навыбивали, конечно, мы недостающих много повторок. Еще одна коробочка. Поехали посмотрим, что нам там еще упадет. Может, повезет, какой-то бог войны вылетит. И вообще полный трэш, блядь. Полный пипец. Ярость небес, ярость небес, ярость небес, ярость небес. Поставим пока сюда. Вот, вот так вот. Вот такой вот был мини-роллинг, как видите. Что-то сегодня оно и падает, блин, и падает кайфово. Непроточены у нас сегодня скиллы, все потратили. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, делайте репостики, участвуйте в конкурсах. Конкурс идет на пирата, ссылочка есть в описании, заходите. Все, всем пока.